А на его вооружении современные танцы. Пенсионер из Казахстана учится брейк-дэнсу. В свои 66 он покорил не только танцпол, но и нашего корреспондента Гульмиру Жанзакову. О том, что когда-то был болен гипертонией, Санцызбай Муканов уже не вспоминает. На танцпол 66-летний пенсионер вышел вопреки предписаниям врачей. Теперь наравне с молодежью выполняет сложные трюки, а тонометр выбросил. Первое время, конечно, страшно. Такой взрослый человек приходит и заниматься, ты думаешь, что дети кувыркаются, ударяются, а тут взрослый человек. Но результаты хорошие, мне нравится, как он двигается для своего возраста, для 66 лет. Это вообще супер, стоять на руках. Свободно, в принципе, в стоечке. Танцы не единственное увлечение Санцызбая. Уже в преклонном возрасте он научился рисовать маслом, самостоятельно выучил английский и даже написал книгу. Вслед за дедом в эти же кружки записался его внук. Я горжусь, что у меня такой дедушка. Если ему что-то понравится, он обязательно хочет этому научиться. Ни у кого нет такого дедушки, как у меня. По профессии Санцызбай Муканов – инженер-механик сельхозтехники. Его предложение по модернизации машин в советские годы принимали ведущие заводы Тулы, Красноярска и Ростова. Продолжает изобретать и сейчас. Самое главное, конечно, чему бы я хотел посвятить свое время, оставшуюся жизнь, это строительство пассивных домов. Пассивный дом – это дом, который не потребляет электроэнергию извне. Люди не платят коммунальных услуг. Нет никаких затрат, собственно. Но на строительство такого дома нужны средства. Сейчас пенсионер ищет спонсоров и энтузиастов, которые бы поддержали его проект. Гульмира Жанзакова, Жанат Кинжибеков, Мир 24.